да? Сакосно, как вообще. Я слышал, прилив сил надо издать, чтоб манна была, да? Ой, я тут вижу воина без гильдии, можешь ему предложить вступить в ги? Давай, давай, давай. Либо пойти за угол. Можно и то, и другое. Хм. Тогда точно попадет в гильдию. Тогда точно. Ну, ладно, ладно, тогда уж не стопроцентный шанс, сам понимаешь. Прок? Так, по хилам, значит. По хилам. Войт, какие спеки у тебя, Войт? У него 3 спека все есть. Все. А кем хочешь побить? Блять, а бы на мага полутал бы плечи нахуй. Либо штаны. Надо на кому магу? Т4 маговские, там, плечи, штаны, там, ДКшки там. Иди магом, что-то. Ну там приора нихуя нет, наверное. А что там Алмери нужно? То она мне писала, да. А, ей гурдак нужен. А, так у меня есть. Все. А мне нужны плечи, либо штаны на магу. Ну, на турзане маги есть, да? А как МК выглядит, скилл? Он у тебя... А, бля, иди нахуй. Там такие две ручки и посередине огонь. Две ручки на письме. Ёть ты, блядь, общительный, сука. Так, еще раз прошу. 2 секси лос вам надо куски Т4 или нет? Ладно, надо, ты... но прыга нужнее. А что тебе 2 надо? Тебе сколько кусков? Мне нужна прыга и 2 куска. Так что прыга, куски мне пока не нужны. Подожди, у тебя на мейн спеке 2Т4 или 4Т4? У меня 2Т4. Но по приоритету я на прыгу первый, поэтому мне эти куски сейчас не нужны. Вот так вот. Блять, ты понимаешь, что у тебя Т4 больше апни, чем у прыга? Ну, он прыга-то не падает каждую неделю. А куски падают. Ну, прыга падает в лучшем случае раз в месяц. Тыкайте, тыкайте, тыкайте. Блядь, тут проще задонатить, нахуй, тут прыга, вот и 4, блядь, подъясал, короче. Короче, ты не будешь точнее брать, да? Че, пятница будет? Ну, на этом КД точно нет. Ладно, ребята. Сейчас будет пятница, и надо это, вот это вот. Вот это вот сразу. Ну да, согласен, согласен. О, да, приятно будет. О, да, согласен, да. Поводу с таким ретриком. Это же хватит до ЦУК 25. Так, давай, короче, так сделаем. Так, кексик сюда, смотрел сюда. Так, ревизор у нас, ага. Бля, скастер. Короче, я на мага пойду, будет иди в холли-пали. Так, Зорки тебе сейчас рыло скину. Так. Я пока на мага. Пиздец, на классике очередь зашел, на классику, блядь. Лучше транс, говорит. Транс не выбить, почему? Ну, слушай, эти плащи... Я не знаю, если мы даже бы ходили 50 на 50, я не знаю, когда бы, допустим, я бы получил этот плащ. Ну так, образно говоря. Шанс выпадения, там, ну, допустим, возьмем там, сколько там, 4 вида плащей, да? 6 плащей. Ну, возьмем 15% условно, да? 15%. Сколько стоит плащ сейчас? Сейчас 5 рублей, со скидком будет стоить где-то 3. 2500. Ну, но актуально будет, я тебе скажу, до выхода RS25HM, кстати. Да, но это реально окупит себя. Бля, за такие деньги можно хуёвый SSD-шник купить. Хуёвый. Ну слушай, для холи пауэ топ. Для всех. Смотри. Кто, SSD-шник? Продаю. SSD-шник на все скидки подходит. Ой, я буду тебе... За 3000 SSD-шник? Ну что, блядь? NVMe SSD, это хули пауэ. Слушай, SSD не понял. Я топовый SSD-шник буду покупать, Samsung. Топовый SSD-шник вон. Гугуша, принимай пати, пойдешь по вагонище. Какой тебе спек там, Гугуша? 10 гигов, ой, 10 тысяч стоит. Ну вот. Кубоб, что у тебя за микрофон? Samsung. Это где вы такие цены на SSD видели, 10 тысяч всего?
А вот меня нормально слышно? Качественно? Качественно, качественно. Да? Да, очень да, да. Сладко, да, пойдем сразу после, я буду собирать. Ой, сразу. Просто ам-нам-нам. Слушай, можешь зайти на золотый селок, а подамажить? Кого? Да мы да подамажим, нормально, пошли. Да там еще сейчас лук можно попробовать. А что это за гномы собрались? А сколько у тебя микрофон стоит, Кубул? 1006, наверное, не помню. Сейчас посмотрю, какие цены. Я окупился, значит. Попробуй дозвонить, не дозвонишься, хуй с ним. Сейчас узнаю цены. Давай. Ну, типа, у меня наушники. С микро сразу. О, бро уже, блядь, пошел поверить, это самое. Какой, если 2700 в гривнах, короче. Я понял, 6 с чем-то. Нормально. Хорошо, так, что я купил за 2000. Танки у нас лос. У меня нет танка спека. Овалус пустанчик. Не зря он же танков делал себе, пускай страдает. Кто? Овус, вон он с пеком, 35 тысяч хп, но... А кто это Овус вообще-то? Это карась. Да, блядь, он вообще дрыщал. Что... Да ладно, ладно. Ну, блядь, шотинг просто. Так, а где дрищ, я не могу понять. Дрищ пошел в кино, блин, он должен был идти. Вот попросил. Должен был пойти трещи гулик, вот волока, все. И, блядь. Так, лакрима, никаких до 12, пока не пронесли. Пошли. Пошли. Все, танки вперед. Два тогда танчат вместе с Павлом, если что. А почему там танка? Да, вот ты в танке уже бегаешь. МТ-6 был сейчас, да. С тебя танк никакой щит. Так, почему Гугушу не суманулся? А ну подождите, ребят. Пошли там за суманин. Да вот, уже тыкаем. Надо чистить. Поэтому, блядь, вон 200-й левел, господи. Так у него проходки нет. Ну, тем более. Не, ну на их тогда возьмем его. Пусть висит. Ну, лакрима сразу прицела. Дайте пристабаф на ФБ. Ну, пристабаф дайте. У нас пристов нет? Есть. Ну ты мимо, дай там баф. Пристабаф на ХП и темную магию обязательно. Файер здесь поставьте, пап. В огне не стойте. У меня уж привычка пилить. Надо бы с кругами попробовать собрать магу, блядь, с одним дроном. Нет, это 4. Блядь, меч нужен. А, ебать, я в PvP-спике, ребят, чё. Бля, у меня было еще два аккаунта. С Локом и с Воином. Когда я в предыдущей гильдии был, мне эти аккаунты отдали. Типа, играем, мы вообще не вернемся. Ну, на самом деле, не возвращались, я играл активно. Но стоило мне ливнуть с гильдии, так ГМ сразу же им написал, меняйте пароль или его пидорас. А в какой гильдии были? Black Snow. Она жива еще? Да, до сих пор. Ну я до сих пор общаюсь как бы с ГМ. Он там интересуется что-то. Как жизнь, да? Спичь ну, нормально? Да. Не хочешь, говорит, к нам вернуться? Я говорю, нет. У меня новая семья. И тут, и тут Вин Дизель выходит. Да, да, да. Кто сказал семья? Семья, это главное. Нельзя трошиться со семьей. Некс, ты кем хочешь, блядь? Что тебе там за крест? Ой, блядь, аж подавился, нахуй. Сюда, седьмой. Так, неутомимо, успокойся, не пали мои планы. ШПшку у тебя дам, да? Некс. Давай. Не виндросель, а Ваня бензин, нахуй, это все. А Ярик бачок потикший. Все, Некс, давай себе помой. Какой-то стар добрый ляс, давай к нам. Стар добрый ляс? Это что-то на украинском? Стар добрый альянс. А, ну или так. Кстати, Мерлин умеет делать. О, сейчас гляну, погоди. Я сейчас Мерлина заебашу сюда. Серочки куплю. Почему серки стоят, кстати?
Что стоит? 6 тысяч, нормально. А что там же в ГБ, по-моему, сфера лежит? Или нет? Ну, это там за ГП надо, я не хочу ГП на маг, я сам куплю. За гильдейские деньги? Не, у меня есть, я же с X2 перевожу сюда. Я же на X2 голдрана вожу. Серьезно? Серьезно. Ага, на две конторы работаешь, все понятно. Ну, там выходные, чисто будние дни. Провел там 3 часа, за 3 часа 50-60 тысяч вытянул, да и все. Так. Столик, дайте, пожалуйста, починку. Рыбки у меня... Перезайду. Нет. Сейчас я возьму рыбку. У меня уже достаточно таких предметов. Кушайте рыбу. Сейчас а фаер? Фаер вообще в 4-4 себя чувствует. Не знаю, я не особо им там играю, я буду ждать. Как и ретрик в 4-4. Хуета получается? Нет. Что, фаер в хар хорошо дамажит в 4-4? Да, неплохо. Чё? Просто, ну... Это то же самое, как этого, Фроста не пробовали особо. Так а я во Фросте его. Ну вот, сейчас во Фросте чаще встречается, чем, блядь, тот же Аркан. Так, Дуа, ты сможешь это самое? Нет. Что нет? Не смогу. Я понял, ты хотел мне предложить постоять на этом. Я у Дуа-то спрашиваю, у тебя. А было, блядь, оглохло. Вот у меня... Чего ты у меня спрашивал? Шкафчик поставь. Как я тебе шкаф поставлю? Блядь. Да не ты, блядь. Дед оглох, все время. Вызывайте дурку. Так, короче, Дуа, ты сможешь потанчить босса и одновременно куб нажать? Как я это сделал в первом рейде. Ни разу не пробовал. Рука, лицо. Ладно, так, значит... Ну давай попробуем, в чем проблема? Давай, я не против. Давай, братан, все, пошли. Да ладно, что нам терять? Раз пехотку получить, что не до раз получается. Так, я корову играю. Next, ты вступаешь в гильдию, нет? Опа. Опа, все, завис. Так, так, кто это у нас? Дайте бафы, перекрыли. Надо его... Ага, его обследовать, так. Вижу, тоже обследую. Угу, угу. Я хапал, я же буду хапал, возможно. 4. Угу. А это кто? А, это ДЦ. Шп. Он в шпшке, может быть. Так, а почему он черный? Не, он все в ДЦ. А мне кому МК давать? Тут не спек, тут не спек, смотрите. Как обычно, блин, давай, короче, да. Слышишь, Абула, давай мне, я Матус, а Матус тебе. Нет, может что-то сове перепадет, не? Так, короче. Так, Зорки, я тебе МК дал. Нет, я Абула дал даже. Абула дал. Короче, давай, Дуан, смотри. Ведешь босса. Сейчас Абула дай МК, блядь. Как обычно, да? Ну вот. Перед... Короче, когда будет идти эта хуйня, как называется, откидывание, то есть всегда стой возле стенки. После откидывания подходи к Абулу. Вот, и нажимаешь кубик. После того, как нажал кубик, обратно причемляйся к стенку. Потому что если ты будешь стоять возле кубика, будет откидывание, босс прям зайдет в этот куб, и тебе будет неудобно нажимать его. Понял, да? Все, по кубам. Значит, Дуат на себя берет квадрат. Так, давай, короче, главхил. Ты Лакрима возьмешь крестик. Череп возьмет у нас, давай, ДЦ неутомимое. Я заберу Луну. И трусы кто-нибудь, любой милик, желающий. Рокси возьмешь кому-то, да, ой, трусы. Так, еще раз, я Луна, ДЦ Череп, Крест Альфи, Квадрат Дуат, трусы Рокси. Все, че на пол? Рыбу. Да что я рыбу, блядь? Да, рыбу, пожали все. Ультраглоеда, блядь, знаете, еще вам рыба. Даже фасочку выпью. И маслицем намажусь. Ну чё, Кебоб, будем соревноваться? Рокс, да. Рокс, нужно это, свиточек, если есть, в обмен на вкусняшку. Нету. Хуёво. Аволос. Оволос. Карась. Аволос припалус.
А, подожди, у нас Овулус, да, в танке, да, или дамажище? Вообще, бля, конченый шмат. Короче, меняемся. Вместо Луны, ты тут, Овулус? Ты нажимаешь, да, короче, тут. Короче, нажимаешь Луну, понял, да? Все, дебэмпл включаю. Что, мы новичков набрали? Я там Пригу Хэмовскую уже купил. Конечно, расчехляю. Кто? Ты рембизер? Конечно. Подожал бы уже скидывать. Да, блядь, я давно уже купил. Ой, сейчас меня шотнут, бля. Я тебе все сдал. Ты же еще Прига и героически, они же стакуются, да? Да. До 20к дошел. Я сказал же, мордой по лягу. Два вызвал бомжи, нет? Лос, дай бомжи. Там, кстати, поговорили, что Тринка стакается даже с этой героической, допустим, Прига и героической с Орды и с Альянса, она стакается тоже. Ну так, по-моему, нельзя надевать. Можно. Нет, нельзя. Нельзя? Так на X2 можно было, по-моему? Нет. Может быть, на этом можно, на Ренегате? Ну вот, кстати, на Ренегате как вариант. Как вариант? Ну, а прикинется, нет. Тут ее за 50% только сдажем. Нет, за... Не, ее можно надеть, но за это банят, насколько я знаю. Я видел на форуме тему. А, ну туда лучше не раскрывать, ребят. Лучше две приги несите, обычная и героическая. Она сбросит акаса, кстати. Ресните лоха. О, что-то... Не, да, нет, это не тот. А что ты не дождался скидок? Что ты сразу купил? Да, блядь, я купил, и на следующий день объявили анонс насчет скидок. Ну, я думал, она уже прошла. Метки пропали у всех? Или только у меня? Да, у меня тоже пропало. А ты не помнишь, где? Я, ну, допомню. Справа от босса, два слева от босса. Карась ты тут. Вот я прыгаю. Вот, да. На черепе у нас неутомимая, на крестике у нас альфа. Дайте, пожалуйста, касочку там. На 150 баксов можно двух персов одеть. Ну, нормально, в топовую трени, в пушку. Понятно. Неплохо. Каску дайте пополам. Так самое главное же пушку, да, триньки остальные. Три, да, 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 ловим босс на полугаре. О, так и до сих пор никто не дал каску. Каску по себе палы, блядь, алло. Пес выдается. Боб, ты в меня и создал. Да. Я думал, что ты ДПСер будешь, а у тебя не получилось. Ну так я ДПСер уже на трэш. Подходи, Кубу. Сам Дуат. Кубик устань, или достаешь отсюда нажимать. Дуат, ты будешь разговаривать, нет? Ты мог Геру? Геру, да. Жаль, Куба. Мы вообще ничего не пробовали, блядь. Согласен, критов вообще нет критов. Хотя 70%. А чего ты говоришь, не понял еще раз? Стеночки сейчас, встань. А, ну это да. Красавчик. Смотри, сейчас откидывание будет, после откидывания сразу купу беги. По кубам с нами. Кроме Дуата. Не подходи, блядь, пока кубу. К стенке прижмешь, к нетке давай куба. Дуат. Ну что ты, блядь, сделал, нахуй? Пожимай куб. Что, удобно, блядь? Говорю, как все стоять.
Теперь стой и тут жми. Либо разворачивай его и ставь обратно. Ганик, дай Бэрму. Пусть полежит. Да не, нормально, пусть стоит. Блядь, потыкаешь-то кубик, сможешь, Дот? Я дал Бэр, не знаю, что. Кейси, вставай. Чувак, все, вижу. Дайте каску, кулак пороги. По кубам встали. Замени мне на кубе вот на этом. Next, вот я у тебя стырос. Замени мне на кубе. Тебе на один раз. Вот на этом, вот я взял, вот я бегу. Ага. Нажмешь его? Блять, нахуй ты Next оставишь? Сука. Давай я встану. Не надо. Давай. Пока. Пожали кубе. Нажали, ну. Все, я за. Next циркульский человек, он не знает тактики БК. Да как он же? В смысле, он у нас на X3 был, ты чё? Ну. Да я помню, он, блядь. Ещё, не помните, как он там в кубике нажимал? Не, ну зато, блядь, Синдру хилил хорошо, там вопросов базара нет, там ладно. Когда пошли к БК, блядь, такие кадры были. Бля, как бесит эти откидывания, пиздец, блядь. Угу. Миликам-то похер вообще. У миликов другие баги есть. По кубам стали, ждем. Будет еще раз. Не успеем мы до фазы довести. Пожали. Скидывания не будет. Сейчас потолок. Потолок, откидывания, все говно, бля, сразу. Одновременно. По кубам стали, ждем команду. Потолочное откидывание. Бля, таймер сбил. Тайминг сбился, так что внимательно. Блять, я думаю, что не дамажу, он лавхилл свет тотем убрал от нас. Блять. Кибоб, на каком я месте? На 7-м. Бля. И сколько вы даем? 7600. Готовьтесь. Я ретрик обгоняю. Он меня не прокает. После откидывания возможно сразу берут. Последняя, кстати, нажать. Прокает тогда, когда откидывает, блять. Жаль, куда лежу. Но. Держите! Все, давайте. Я там бурю ударил на 50 тысяч. Нет, на 60 вытягивание души. Чё-то там врешь про свои 60. Успокойся. Серьезно, пацаны. Все, да. Сразу летим на свечу. Разбой, шаманы, всех надо. Ебать, блять. Один идешь рейд магом, блять. Я вот сколько ждал этот посох, и он не падает. Не воняйте, идите фармите РБК, блять. Будет вам шасть, это 4, которые вы хотите, блять, просто. Так. Блять, а чё так это? Я думал, я там хотя бы 10,5. Отдал 10. О, слушай, что там что-то такое? Можно тут посох забрать, нахуй. Тебя пизду. Не хочу. А тебе что нужен? Ну конечно, да. Нет, давно. А у тебя что-то перекапнет. У тебя с меткостью нормально? Нихуя не нормально. У меня 15% меткости. Мне... Ой, а мне нужно 11. Забирай. Спасибо, пацаны. ГЦ. Он, кстати, не отличается от хэмовского сануба. Бля, найс. Почему там? Хэмовский сануб там три дырки или две?
Две. У меня вот такой сын. Три свалик. Три свалик точно. Ну, типа свалик-то там, ну... Тут типа хоста. Хосты больше. В том крита больше. О, все сразу одел. Не, ну я просто любуюсь. Ну надо зачарить. А есть у кого-то джипс? Поставите на груле. Все молчат. Понятно. Опять тут тринка на хило упала. И три не имбовая, кстати. Понятно. Че, иначе мы... Гонки. Ну, бля, почему не хапала? Чисто турбо врубаем. Зачем она тебе хапала? Чего, бля, нормальная тринка, бля. Не, на хапала нет. Пойдет. Ладно, дам сексу, блядь. В спек, нахуй, БЦшка будет надеваться. Че, Гарик, возможно, там засада. Ты кинешь меня потом трейд? Знаешь? Думаю. Тогда надо развивать, по-моему, мне старфу. Сейчас, пошли. Блять, я пытался секси тролла обогнать, а у него Войд, оказывается тоже 310. Войд, ты на какой себе спех хочешь забрать? Ну, у меня на протика. А, ретро. У тебя мейн кто у тебя там? Ветик, все. У тебя последний кусок остался, кстати. Хорошо. Да, 4-4 нормально на ретрика. Сейчас так будет ей бурить, ёп. Ну, я считаю то, что хоста ретрику тоже необходимо. Очень сильно. Да в смысле хуйня 4-4? То же самое там про всех говорили. Хуйня там, хуйня это. Тестили норм челы. Ну, блядь, я знаю таких норм челов. Потом, блядь, оказывается, что они нихуя нормально не тестили. Я тестил на X3, блядь, на всех реалмах. Я нормально выдавал с ним. Они понаберут себе какой-то хуйни в виде триника. Тем более сейчас есть триника с хостой, которая тебе дает 120 хосты. Имба, ну, хорошо, ты сколько хребет? Ты ДПС даешь? А, ты не возьмешь. Окей, ДПС 4-4, то я дам 12-13 тысяч. Дашь или даешь? Дам, но я сейчас 10 даю без на ком? 4-4. На ретрике. 10 это же мало, блядь. Ретрик ВВК 25-ки, это те, которые так отвесили. У меня 235 шмот. 1,5. У меня 235-й итем левел. А чё, там думаешь, все лучше? Обычные сокеты. Поверь, если... Блядь, разница 1,5 ДПС из-за сокетов? Нихуя. Из-за сокетов и, блядь, шмота. Спокойно. Блядь. Очень интересный спор. Я тебе говорю, вот два чела, которые на ретриках ебурят. Ну, они кто ебурит? Ты мне скажи, Ники. Амурат. Еще. Каждый пизде рад. Блять, этого, Уфлая. Тоже паладин. Не помню у него ник. Ну, тоже что-то Уфлай, что-то там. Не знаю, я, блять... Блять, да можно и без Т4 ебошить, нахуй. Каждый играет как может, по факту. Кто как хочет, так и собирается. Может, он сейчас в 4Т4 будет, блядь, 20 тысяч давать. Разговор-то о другом, то, что по факту, короче, челы типа думали то же самое, короче, собрали, короче, и хуйня это оказалось. То есть там, ну, потеря минимум 0,5 ДПС. Так, у кого есть джив, с кого сумонить первым, давайте? Полка, это вообще, это не цифра, это забей. Блять, а смысл тогда забирать 2-4, если... Так, не то мимо, кинешь мне трейд внести. Хороший бурст. Так и чё хороший бурст? По факту это выход меньше. Смотря какой босс. Если ты где-то крутишь... Ну где можно накрутить, там по-любому же крутятся. И талантами крутят, всем крутят. Ну тебе это хоста даже нихуя не... Не знаю, каждый собирается как хочет. Вот, допустим, был Корнес, он мне говорил, нахер, типа, не собираешь мотки с МП5? Я говорю, мне, типа, похуй. Все собираются как угодно. Я набрал там условно 1000 хосты. Хочется войду там играть в 4Т4. Кто-то, блин, может там в 4Т8 сейчас ходить. Там, блядь, я тебе говорю за одно, ты, короче, говоришь за другое. Не, я сейчас это самое... Посмотрел там по приору. Получается, вот, по-любому бы забрал... Во-вторых, там люди, которые, ну, грубо говоря, либо первый раз, либо, не знаю. Ну, Раф у тебя есть? Сейчас, подожди. Ну, у меня башка только. Блядь. У тебя бы Рафу бы лучше бы, наверное, дал бы. Бурдак остался. Заберите моба. Влад.
Да, как-то вы его стороны сагрили, ребят. Дуат. Где дуат, блядь? Я бы забрал бы, но присумонить бы. Я все жду, жду, жду. Короче, ретаунцы все, блядь. Слышь, Вольт, а ты как дамажишь в ретрике? 2-4 у тебя? У тебя 4-4, что ли? На русском. Написал, ага. А ты, блядь, может, дай рафу лучше. Раф и ДПС поднимет. У него там, блядь, один кусок всего. Тебе, по сути, что-то там тебе прирост тебе даст, блядь. И вообще он тебе даст. Тебе, по-моему, я помню, что ретрики 2-9 собирают и 2-4. Да-да-да, они 4-4 не берут. Уже вчарил. Поехали. Пишет. Ой, блядь. Блядь, на, нахуй с ним. Просто я говорю по факту, то есть минимум два человека, только я знаю, вот здесь, на X4 и на X3, короче, тоже я тестил и еще кто-то тестил. То есть кто, короче, тестил, они один хуй переходили к тому, что, блядь, лучше играть 2-4, 2-9. Я играл с 4-мя Т4. Что-то, что там дает 2-9? Ну, 2-9 крит дает. Под крыльями он... там хасту дает. Нет, смотри, в чем прикол 2-4, 2-9? Это стабильный ДПС. Но если разогнать нормальный крит и нормальный хасту, что ты будешь бить не 0.5, как у тех ретриков, да, а под 0.2, под всеми правильными бафами. Под хаскотом, под... Дайте крест помогу. Ты выдашь такой ДПС, но навряд ли танки сдержат агро. Нормально. Так, давай, короче, мне нужен третий танк еще. Кто-нибудь. Я не хочу тут рисковать. Давай, спекнусь. Некс, я дал неутомимый на мейн спек. Так что... Я спекнулся, если что. Так, давайте сделаем так. Жирный танк, значит, Дуа, ты забираешь... Нет. Дуа, ты забираешь этот крест. Сколько у тебя хп, кстати, говорит? 47 тысяч. Это без... Это... Без облик. 64. Давай, короче, Дуа, ты забираешь череп, Мишка, крест. Пал, который Валус, ты забираешь всех троих левых. Шкафчик тыкните, суммоним этого Вейда. Двух левых забираешь. Угу. Если есть фортка на хп, я могу на хп еще выпить. Понял, да? Лукашня. Есть у кого лукашная фортка? Дуа, ты знаешь, кого еще можешь забрать, кстати, пока там ебутся там? Да, можешь забрать ромбик еще на себя. Вот так вот. Череп и ромбик? А, стоп, нет, не Дуат, а этот, блядь, как его? Рулька. О, Неверлайн зашел. Вой ты иди. Дай крест. Че, ни у кого лукашной фласки нет? Печально. Какой-то на хп? Угу. На, блядь, есть. На, дарю. А, спасибо. Я тебе что-то должен, не? Да, себе оставь. Все, давай, Серченко. Так, Неверлайн тут. Блядь, ищу и... Бой, дай крест помогу. Так, МКшечки давайте обновим сейчас. Невера пробафайте. МК обновите, маги. Фу, Невер еще и в ПВП. И скачайте себе полипауэр паладин. Вой, дай помагам, блять, крест. У него каски стоят, блядь. Так мне в чат написали, что не он ставит каски. Так, написали... крест помагам, блядь, кто-нибудь быстрее, ёбнись. Написано Войд кресты. Ринвизер, кулак, кулаки. Кулак по ханту дайте. Так, Павел, я сейчас КП всем нахуй накидаю, блядь. Забафаю. Да чё ГП накидывать, если у паладинов нету, блин, у Рафа, и у второго паладина нету полипауэра? Осуждаю. Не знаю, я без них бафую нормально.
Я нету, понимаю нет. то, что без них, но с полипауэром нету никаких проблем. Вот сейчас конкретно, блядь, нету МП5 у магов, нахуй. Нету кулака у ханта, блядь. Есть кулак. У него... Все, вижу кулак. Нету МП5 по магам. Я сейчас просто, блядь, бахнул крест, нахуй, воет, и у них пойдет каска, ёптую мать. Да все, это там... Все, все, есть баф. Fire Resist поставлю, паладины. Fire Resist. Недолго просить. Блять, баллы нахуй не тупим. Fire Resist поставьте. Все, вижу. ДБМ пул. 5, 4, 3, 2, 1. Два. Че, Гера? Ну, классно забираешь, блядь. Пал, может остальных заберешь? Нет, блядь. Куда ты одного забрал только? Ой, блядь, выходим со стороны, нахуй, и в этим. Еще один такой пул кривой, вылетишь нахер отсюда. Блять, долетел, сука. Я всех назначил, кто кого держит. Да давайте, падайте уже, чего? О, все, заевейдился. Все, заходим, брат. Хочешь, я троих подержу? Два, двоих выдержишь? Да, два... А, ну, да, почему нет? Ну, если что, если просто на нем много стаков будет, ОВОС просто возьмет. Ну, если лечить будут, да, то выдержу. Да мы его убьем быстрее. Да, блядь, там... у меня мышка сломалась. Все, не подержит. Слушай, у нас да, танк... Подержу сейчас, один момент, и все. У нас танк в 2-4, один тут держал ДКшник. Двоих. Да выхилим, выхилим, выхилим. Там у нас и ДПС есть, как бы. Да. Зорки он порвал. Короче, Дуат, держишь череп крест. Неверлайн, дальше на пул в крест Дуат. У Дефьюри троих забираешь. Рыба пропала. Вообще-то Гарик забирает троих. А, Гарик, то есть, реально. Гарик троих заберешь. И как только мы забыли. Вот тут рыба стоит. Каску быстро по рейду. А за что мне 300 гп прилетело? Можно вопрос? За вайп рейда. Нет, а конкретнее можно? Посмотри, полистай чат. Фаталити. Я Киглера забрал. Все по плану пошло. Я тебе сказал троих забрать. Троих? Слушай, ну справедливо. Ты Ромбик на другого на кого-то сказал забрать? Кому-то нет. Другому? Нет. Друиду? Нет, друид забирает конкретно там вы. Блять, я назначил, Дуа забирает череп, друид забирает крест, Пал забирает троих. В чем, блять, проблема, нахуй? Вообще на пол. Сейчас ты ничего не... Сейчас вагонишься просто. Я уже предназначил все. Дайте крик на хп. И МК надо обновить. Сейчас МК нам. Ой, у Акримов Т4 хилит. Я думаю, что она мне стакается. Какая-то непонятная штуковина. Все, поехали. Стоп. Дебэмпул. Ну вот, есть саппорт? 5, 4, 3. Я первый влечу. 2. Гриппы сразу своих там. Все, я забрал. Геро. Давай, стерю. Геру, блядь. Истерию. Дуат. Лаки, работаем. Варнишка зауешился. На пульте, блядь, забери еще варн себе. Такая, вроде держи на кресте еще. Альфи, дай БР по стоматологу. Держим Дуата. Блять. Пал, иди забирай быстрее крест. К череп так добьем. Крест, ладно, заберите. Держите Пала. Наглая рожа, быстрее. Два, вставай, СС. Я череп возьму на себя, добивайте. Я уже использовал СС. Рожа, подними Дуата. Идем пока крест. Там уже этого сработал ревностный. Дуата, поднять по хп каску дать ему, быстро. Пристабав на хп лапу. Блять, так и знал, что нахуй его будет на этом боссе, блядь. Так, у нас еще есть Гарик. У нас занят. Я вижу.
воина обновите крик на хп. Обновил. Угу, спасибо. А можно минимальный ребаф по вару, пожалуйста? По вару каску полагается? Есть на нем по вару каски, не знаю. Поехали. Ну, хватает двоих, я короля возьму. Киглера бьем, который откидывает. Забей Киглера, глаз. А чё слепоглазым не забрал? Сбери его. Бей 60 тысяч голды. Чел мне пишет, а что вы закрываете? Люди просят. Я говорю, ничего не закрываю. А зачем вы тогда пишете типа 230 там 3 профы требуете? Я ему пишу, чтобы закрывать. А, ну ясно тогда. Ну ты душ, ты просто сам. Да, да. Да, сам не закрываешь. Да. Форточка. Что получается? Я на землю закупился, потому что я забил уже немного. Да, завтра ВК. Так что готовьтесь. Так что химию, готовьте там. 1000 голды на ремонт. Нет, готовьте химию. Ну хоть сейчас кинь стерию. Что, тогда стерию тебе не дал? Не, да он до сих пор не открыл. А, вот сейчас на, блять. На вихре. На нахуй. За ДБМом не следим, понятно все. Тут, блядь, зачем ДБМ? Видно, что он крутится просто, отойти надо. А есть имя у кого? Дал. И умер. Ну ты умер не зря, блядь. Что ты там делал? Дамаш, дамаш. Что-то он мне кританул, короче, 26 тысяч. Не, пизду надо мага апать жестко. Я так понял, он танк сейчас вырубил. Ну, да. Танк вышел с формы, дал инер, блядь, из дурак. Да ты сейчас сдох сразу, блядь. Ёбаный рот, блядь. Ну что, зря потраченный инер. Зря потраченный инер. Да хватит умирать, пацаны, чё? Сейчас можно зоркого догнать, давай. Давай, Невр, догоняй! Сейчас экзекутка будет, брат. А Невр диста зашел, ну, он слышит. Да, слышит. Серега, давай, обгоняй его. Чуть-чуть осталось. Бля, ПС-ку на 25 надо было дать. Еще и ПС-ку дали тебе. Мажор. О, я же почти выжил. Там рывок, удар и еще один удар, блядь. Два удара сделал, ах он пидор. Блядь, а что ты такой маленький ТПС? Я думал, ты жесткий ретрик, оказывается. Да, да. А что делать, когда на маге мана заканчивается? Прилив силу жмешь. Или камни жрешь эти. Или инер просишь. Самоцвета мана. Или инер просишь, а потом умираешь. Если бы я не отходил, было бы нормально. Добейте его уже, этого короля. Смотрите, молот упадет сейчас. Да, завтра. Чекайте. Да не, сейчас на рогу плечу упадет. Нет, молот. Резните, пожалуйста. Да.
На руку плечи? Да. Так, это да, плечи. Завтра купишь две пушки. Я Рафу дам, наверное, плечи, потому что у него один кусок только апнуть и все. Раф, это какие тебе куски все хочешь забрать? Да, ему нормально. Мне плечи по-любому нужно, и руки были. А Грудак там, по-моему, есть хостой, по-моему, но с этого, если не ошибаюсь. Ну, Грудак у меня с хостой слегка. Все, значит, да, все, Рафу даю. ГЦ Раф, ДПС поднимется. Все. Здесь сразу можешь апнуть ее. Эту хуйню пролу дам, надо кому? Чё там? Ля, какой трансмог. Кубу... Не отдавай ему ничего. О, невер. Запы по приору. Уф, мощный. Рен... Раф 2.60. Раф ГЦ. Хорошо. Еще и бисовые запаси. Ну что, пойду иконку поставлю, чтобы упал кинжал, блядь, либо на штаны на мага. А можно? Нет, иди, блядь. Ну, меч тоже же сойдет. Да, я за мечом тоже хожу. Так, ну что, я могу, наверное, в сову тогда, да, обратно? Я думаю, два от соуса мотанчит, блядь. Не убьет его воуса-то? Бля, надо в ВК магом походить, блин. Либо хотя бы Вик Тринку убить. С крытом. Ой, завтра будет этот, как его... скидки. Нормально будет, все возьму. 258-ю? Да, отдельно. Топорик, да, там такой? Не-не-не-не, отдельно меч. Альфи, хочешь голду позаработать? Конечно. Пошли на X2 будешь хилить. Там Наташа, просто да. мастерство okay. будет ФК, а меткости 0. Я сейчас там слабый. Чего, какой тебе лаву? 1.4 пуха. 282. Да. Ну, нормально. Сейчас хотел сказать, возьми моего лока 255-го. Возьми моего воина 246-го. ШКПшку ему 253. И ретрика моего 290-го. Не этого, но этого не возьмем, нахуй надо. Не, да. Ну вообще. Таких не берем, блядь. Ну смотри, аж там в воскресенье, если там не придет ретродрит, который постоянно ходит, то я тебя возьму. Шутите. А куда выходит? Okay. Ультагер, да? Нет, ЗС, ОК, РСХ. ЗС, ОК, обычки. Ну то продаем Т5 куски. Тринки там. И почем там нынче 5 кусков? Ну, у меня ценник стоит, получается, плечи, руки самые дешевые по 35, плечи 40, штаны 45 и грудь 50. Угу. Вот. Там чешки, допустим, по 70 тысяч стоят, только ДДР Дахилская 50. И что там еще такое? Ну, там дальше тринки там другие. Хэмки, конечно. Бля, как я хочу Т5 на холи пауа, господи. Охуенная штука, кстати, я потестил, блядь. На хапауа? Конечно. Да. Слышишь, блядь, шок небес по 6 целей хуяли, блядь, одновременно поднимать по хп. Так там еще и хоста растет от этого, блядь, от Т4. Но. Когда тест... Я не вижу смысла набирать там паладин, там я смотрел хулипалу, там они вбивают там 1300 хосты, нахуй столько хосты. Там не, касали, ну... там, чё, там касали... Ребята, папа заберёте, не? Чё он, блядь, уже сколько времени бегит? Тебя любит. Там нет. Реально касали набираешь, ты тебя ты в ГКД будешь ходить, или не надо супер хосты? Т5 на холи предстоим, имба. Там забей, там такой отхил бешеный. Я ходил, когда как раз таки бронзовое святилище с какой-то гильдии. Они думали то, что я их загильдиец, а я пугом оказался, они меня хотели забрать уже. И там был холи прист, бля, ну не соврать, там у него под 60 хпс было. То есть он там отхилил вообще дико. Ну там и хай не хилит, он хилит его колодца. Автоматически. Да. Ну, холи пау мне, конечно, вообще прям порадовал. Рибахните мага. Я в сову Лашку. Или в медведя мне? Давай, наверное, в мишке будет. А ИВК... Ой, ИВК-ИК, я думаю, оттанчат они. А было демка? Кубо, пойди рыбу сюда. Рыбу поставили? Демчик. Так, сейчас поставлю рыбку еще раз. Вот, а ты ульду поведешь? Кушаем рыбку. Стой.
Ты вообще можешь, а не на урон нихуя не наберешь. Ты. Вообще что-то плюснул, говорит, ладно. Будешь учиться, тренироваться. Так, короче, на боссе у нас будет, давай, Гарик. Два ты набираешь оборот. Причина. Повару, можно каску, пожалуйста? Я удачником что делать? Рассосаться полукругом? Да. Ира, каска готов? Каску нет. Повару не дали. Каску повару. Добавим полку. А у нас сова есть или нету? Нет. А шипа есть? Или нету, блядь. Есть шипа, нет. У нас, блядь, что за ниди пул нахуй? Ребята, блядь. Я сейчас ГП нахуй дам за эту хуйню. Из вас фаску проебал. А в кого давали этот-то? А, у нас, блядь, я думаю, что я не дамажу, у меня крита нету, блядь, 5%. Понятно. А что такое, блядь, у вас? Заберите, блядь, у вас. На пульте сейчас на этого, на Гарика. На Гарика фул на пулу давайте. Гарик, набирай, старайся, бро. Салю, Вой, дай Салю по наглой роже, а Лэд, под хонусом. Рембизер, дай по Дэд Бичу. Я вообще, я по бичу уже дамал. Вы стопните дамаг нахуй, вы сдохните. Да все, мейки, давайте, стопните урон. Ждите, пока танк второй по триту будет. Ой, бля, сейчас будет больно. Да, все, бейте пока. Не давай, Геру только не давайте, не давайте Геру, не давайте Геру. Я скажу, куда давайте. Оставь его в центр, Дуат, бля, он стоит у тебя там... Хер пойми где. А, у нас один охотник из напула. А, и да, и Рог есть еще. Кексик на пуль на Гарика. А кто, кто пульнул первым? Вспомните. Еще раз на пул Гарика. Все. Блять, Самотула сейчас рвет. Самотула хп поправку. Ну чтобы Гарик, блядь, босса танчил, он нихуя не наберет. Дуат, стопни, пока ты свои ЛПшки, стой АФК, пока Гарик не заберет себе босса. Мы пуливаете по КД на Гарика. Блять, ёбичный пул просто, пиздец. Нахуй ты вообще Дуат пулял, скажи мне, пожалуйста. Не я Дуат, сказал то. Не Дуат пульнул. А кто? Дэд Бич цептом. Ну, отчет, ты же запустил отчет. Отчет кончился, я нажал этот... Я босса. Сказал, я сказал, кто, блядь, танчит босса. Вот как ты хочешь, чтобы сейчас медики дамажили у меня, скажи, пожалуйста. Почему вы, блядь, сука, не думаете своей головой, блядь? Почему я должен думать? Дайте полевую стоматологу. Даже КД у всех. Раф, дай по стоматологу царю. На ренжей это пофигу. Друид тебе никак? Понятно. Ну давай, пусть мне ты дашь. Алову сальву дашь по... Да. Чё? Как не верблюзло? Ну они ж подходят, у них агро растет. Блядь, пиздец. Вставай, не вижу. Кубок скинь тоже. Что проблема дектроида просто даун пожать. Блять, сука, да ну нахуй, Дуат, блять. Нажми таунт на него. Что там пишет, блять? Не работает таунт. Так, я прожмусь позже. А, ну и все равно Дуат убьют. Сука, ты сюда туда отходишь, блять, и не знаешь, что таунт не работает. Пиздец, у меня нет привычки в ДДшнике жать таунт. Так ты, блядь, можешь это самое, не знаю, думать надо, что почему я иногда рассказываю тактики, как правильно агро набирать. Потому что, блядь, босс не таутится. Пиздец, блядь, в шоке просто. У кого есть еще сальва? Ну, свой чат. Дай по... Вот, что я пока, ты можешь не набирать агро, господи, не бей его. Вообще не бей. Вары, сейчас это самое, сделайте, пожалуйста, интервейт в Дуата. Это вмешательство. Я смотрю, оф упал. Осталось просто чуть-чуть сорвать. Еще раз дать ему. На голову рожа подними, Гарика, у этого стоматолога. Все, я уже не могу, он на мне сидит. Все, супер. Все, Дуат, набирай его сейчас, просто ЛПшками бей его. Стоматолог оставайся здесь. По стоматологу дайте фулл ребаф. Блять, вместо того, чтобы я дамажить нахуй, я все нюансы даю. Я сказываю. Че, скинь стерю в кого?
Только смотри, не переборщи с ЛПшками, чтоб рост не сорвался Гарика. Просто понимаешь, блядь, это единственные классы, которые ты можешь держать агро. Вар, там, допустим, то же самое, и друид, они никак себе агро не будут держать вторым. Ну, скинь на этого, на, блядь, на Гарик-то истерию. Истерия, блядь, уже сколько? 6 минут, 5 минут не в КД. Ну что, мы без Гера, да? Да, дайте Гера, кстати. Не надо было, не надо, сейчас давал, попробую удар. Давайте после удара на экзекутке дадим Гера. Да, ты это, можешь истерию в натуре меня там агро еще. Он уже дал тебе. А, да, все. Да, я уже Гера. Не, дувать, тебе надо, блядь, скилл набивать на танке еще, блядь, я не думал, что ты такой неопытный. Так, я, пожалуй, прожмусь тут, короче. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, иди тотем стоит, кстати, не вижу. Опа, минус один. Все, вижу тотемчики. Вот сейчас бы выпил еще крипотик, блядь, и надамажил бы тут, а тут, блядь, за кривопула, блин. Блять, завал сраный. Еще сало этого ничего. Бля, как же медведю трудно вообще агро набирать, блять. Самый уебищный танк. Нееееее, вы чё гоните, что ли? Надо больше этого ДД-шмота обузить. Тринки обузишь, это, блядь, контент уже прошлый. Тут можно, блядь, полшмота ДД-шмота. Да он в Т4, в принципе, может набрать хорошо агрон. Там, блядь, не обязательно тринки даже делать. Завара интересно танчит, кстати. Не знаю, Мишка, наверное, хорошо танчит в этом, в ЦУК. У него там дождь режет. Нет, там жиром все должен пережить. Ну, он одни уклонения идут. Уклон. Сейчас удары. Ну чё, хребет. О, неужели я заберу что-то? Опять, тут точно такой же лут, как и в первом рейде. Да. Надо кому хребет. Мне кажется, он анколику херня, да? Хотя нет, не надо. Never, который дрочил две недели, когда РБК тут кусок падает. Где-то плачет один Сережа. Так, отдаю Раф. На Дрейтрика тоже вроде тринка ничего такая. Да нормально. Да пойдёт. Если нету ничего, то понятно. Ну у него там это, зеркальце. Смотри, точно лучшее зеркальце. По рулю. Спасибо. Приоделся сегодня Раф, так неплохо. Даже давно пора, я уже помню, что бы давно брал вроде бы его, видел. Что, будут ноги-то у тебя там? Сейчас посмотрим. Там, или там Аумерия заберет. Ну, Аумерия, скорее всего, пойдет, я так думаю. Да, блядь, она не играет, хули толку ей давать? Пусть не играет. В смысле она играет? А где? Я вот ни разу на ВК ее не видел. Потому что ее не берут, у нее нету 4-4, ее не берут. А ей последний кусок, кстати. А ей последний кусок, ну типа. А ты варум все равно ходишь. Меня ради этого, блядь, попросили зайти на аккаунт. Чтобы, блядь, забрать последний. Ну пиздец, блядь. Нет, ну откуда же у нее 17%? Есть эти 17 приоры? Секси тролль, подожди, а сексик у нас тебе не надо? Просто бух. Ну, блядь, сука, не дай бог ее завтра не будет, нахуй. Надо, пишет, отдай магу. А в мире там сейчас борщом выльет, нахуй. Да-да-да. Это, ты начислишь ЕП за два рейда на Алмерию? А чё, на их не пойдёшь? Пошли в ВИК, бля, слышишь, мне ДПСами там не хватает. Мне сложно. Я тоже спать хочу уже. Пошлите в ВИК и ничего. У нас ещё есть время. Давай без никакля. А если этот допронос будет, и кто все-таки? Какой у нас ЕВК, у меня все.